Только что прошел град у нас. Величиной даже не знаю со что. Пока я от него скрывался в гараже, пришел. Он уже растаял наполовину, но все равно видно, какой он здоровый. Вот он лежит. Вот я его сейчас в руку возьму. Несколько градинок, например. Вот такого вот он размера. Больше фаланги моего пальца большого. Короче, это пипец. Вот палец, вот град. Падала тут, хлестала так, что мама не горюй. Вот такие вот у нас погоды. А у меня батя где-то на рыбалке. Надо срочно ему его эвакуировать. Он ведь с лодки где-то рыбачил. Сейчас, наверное, где-то прячется на берегу. О, только что упала огромная ледышка. Я даже боюсь выходить за ней. Вот она прям с неба только что грохнулась. Вот, видите, все. И вот такие вот они падали, и комки разбивались об крышу гаража, об дом. О, о, еще падают. Еще где-то гремят. Ну вот она размер, вот размер, вот смотрите, какой, какой град. Вот я ее положу на ладонь. Вот сниму. Вот он. Просто охренеть, таким, наверное, можно и убить, если в тыкву попадет. Ну шишку-то точно большую насадит. Это вот наш Алтайский край что-то нынче выдал. Такую вот нам погоду. Такой вот град. Опупеть.